В преддверии участия в выставке Gamescom компания Perilabs опубликовала интересное приложение Companion для работы с настольной версией игры. Возможно, это же приложение будет работать и с консольной версией игры. Пока точной информации нету. Возможно, об этом нам расскажут на выставке Gamescom, которая, напоминаю, проходит с 20 августа по 24, где компания будет представлять свои новинки различные. Как мы видим из данных, приложение может поддерживать упоминания о призывах мировых боссов. Посмотреть можно в этой приложении различные видео с Blackizard TV. Перейти сразу на официальный форум. Также поддержка пользователей имеется в приложении, и следить за последними новостями и обновлениями в игре. Возможно, данное приложение, как я говорил, будет работать на Xbox и PS4. Дополнительно ко всему имеется также часть скриншота, которая показывает возможность работы с аукционом. Скорее всего, можно будет выставлять товары какие-то, также возможно покупать товары какие-то, не заходя в саму игру. Очень интересное такое приложение Companion к игре. Я думаю, мы узнаем более подробную информацию уже на выставке. На этом все. Оставайтесь с нами. Всем спасибо за просмотр.